Вчера видел. Но это... Ты в группе у нас есть? Я не ее видел. Но это не помешало нам собраться, может быть, не самой огромной толпой, но наверняка самой искренней из учеников, из коллег, из родственников, которые пришли поздравить тебя в этот день Армена. И у тебя были разные дни рождения, большие и маленькие, но этот 18-летие, он должен быть приятным тебе, потому что здесь люди, которые тебя очень уважают, любят, ценят и хотят сказать пару слов. Вот. И, наверное, первым будет твой брат, Карен. Брат Армена, брат Армена. Президент. Это дискриминация. Армен, я старше 20. Я столько знаю. Я столько знаю про Армена, что я его брат. Слушай, я больше знаю. Важно то, чего все остальные не знают. За доплату. За именинника. За виновника торжества. За директора, за руководителя. За мечтателя. Президенты выдвигают. За мечтателя, за человека пример, за помощника, за товарища, за друга, за сына и за брата, за моего брата. Неправильно, что не знаю. За моего брата, Арменчик, я тебя очень сильно люблю. У нас Армена много. Терок. Ты не в букву, не перепутал. Я тоже слышал терок. Терок. Не выговариваешь букву «Л». Вы все поняли, короче. Я хочу тебя поблагодарить, реально, потому что ты очень сильно вдохновляешь людей. И очень многих вывел на правильный путь. Поэтому я очень тебя реально сильно люблю тоже. Иногда ненавижу, иногда посылаю там туда-сюда, но я реально тебя сильно люблю и спасибо, что ты делаешь. Я знаю, Гарри. Я хочу говорить. Серж, младший брат. Если он начал это повторить, я его депортирую.
страну, прости. Дорогие друзья, не могу не говорить. Я по-русски плохо говорю, все равно буду говорить. Амен. Это мой младший брат. Я его старший. Но это человек, который я очень люблю в России. Он очень много делает, и как человек, я лучше не знаю. Поэтому за него хочу быть здоровьем. Моя аватарка, а Путина у тебя. Виталик, друзья, ну надо предоставить время торт. Танцами, танцевальной деятельностью. И у него сколько? Очень это правда? У него очень большие планы, очень большие желания. И я представляю ребят, которые с ним работают. Армен, и когда ты задувал эту свечку, я искренне желаю тебе... Свечки. Свечки. Ребята задували оригинальные свечки. Я искренне желаю тебе исполнения твоих нетанцевальных желаний и танцевальных тоже. Чтобы те мысли, чтобы те желания, которые ты загадывал, и те, к которым ты стремишься, и твой коллектив, который поддерживает и искренне рад работать с тобой, чтобы они исполнялись, и мы будем стараться прикладывать к этому усилия. И твои ученики, которые являются результатом твоих усилий, уже, наверное, честно говоря, я веду базу, я математик, уже, наверное, почти 2000 за деятельность. Нас здесь мало, но кто-то уходит, кто-то приходит, почти 2000. Вот. Все там встретимся. Кому же школа, кому же зал снят. Некоторые там уже занимаются. Но кто будет отрывать ногу на два, не попадет в этот зал. Мы решили оплатить аренду зала за предыдущий месяц. Поэтому я приглашаю вас всех в следующем месяце на день рождения. Чтобы оплатить аренду в следующем месяце. Вот. Несмотря на то, что день рождения у него вообще в октябре. В мае, 11 мая, день рождения Виталика, Карена, приходите, скидывайтесь, нужна аренда. Армен, договор аренды ты получишь в воскресенье. Да? В воскресенье мы знаем, что ты будешь праздновать со своими родственниками, друзьями. Мы поднесем тебе договор в воскресенье. Ну а сегодня мы хотели бы подарить... Я знаю, что ты хотел установить веб-камеры здесь, в зале на Октябрьском и на Новосвободском. И две половинки. И две половинки. Мы хотим подарить тебе одну из них, уже одну. Правда, она для машины, но надеюсь, она тебе это же моя группа. Сначала нам для поздравления необходим Армен Сергеевич Григорян.
Характеристики. Голова – одна штука. Сообразительная, шальная, с извилинами. Точное количество не установлено. Глаза – две штуки. Блестящие, горящие, не косящие. Внимание. Нос – одна штука. Всегда чует, чем дело пахнет и где вкусно кормят. Рот – одна штука. Язык подвешен нормально. Туловище – одна штука. В меру массивная, в меру спортивная, не в меру активная. Грудь – колесом. Руки – две штуки. Способны практически на все, в том числе таскать тяжести, эффектно жестикулировать и чесать там, где чешется. Ноги – две штуки. Служат преимущественно для передвижения, могут едва тащиться, бегать рысцой, выписывать кренделя по ситуации. Не способны плясать под чужую дудку. Послужной список. Увлекался, привлекался, напивался, награждался. Разыскивается за выдающиеся достижения в делах личных и общественных. Поиск ведется с единственной целью. Обнять, облобызать, взбодрить, одарить и поздравить с днем рождения! Сюрприз, чтобы мы, ну не мы в смысле, мы не будем раскрывать тебя. Все друзья сделали какое-то видеообращение. Я просто придумал, ну коротенький этот, с вашей помощью хочу, чтобы вы просто встали все и крикнули: Леха, с днем рождения. А я выбегу и скажу там: Леха, с днем рождения тебя. Сделай. Да, пожалуйста, будь.